Здравствуйте, товарищ! Меня зовут Михаил Судаков, на этом канале я реагирую на кей-поп. Сейчас я отреагирую на еще один кавер от Гахо и его группы Cave. На этот раз тоже на песню Blackpink, но Shutdown. Напомню, что Shutdown это песня, использующая немножечко два такта буквально из ля компанеллы от Паганини. Единственное, что слушал на эту тему еще, это пародийная песня Sell Out от канала To Set Violin, по-моему. Вот, который, в принципе, был с одной стороны пародией, с другой стороны, вполне сидисом на Blackpink. И, разумеется, под комментарии перебежали блинки и насовали авторам по самой не хочу. Хотя, с другой стороны, все равно соотношение лайков и дизлайков, оно чудовищно высокое. Лайков там 167 тысяч, дизлайков не помню сколько, совсем мало на самом деле. То есть большинству людей эта песня более чем понравилась. Лайков 167 тысяч, дизлайков 9 тысяч. Это совершенно нормальное соотношение. Я так понимаю, большинство блинков все-таки стёб поняли. Предполагаю. Все-таки дис — это дис. Вот. А тут, опять же, Гаха. Это, разумеется, не пародия. Это рок-обработка. Очевидно, рок-кавер, точнее. Мне интересно, что Гаха с товарищи из этой вещи сделают. Прям сильно интересно. Ладно, перед началом реакции я вас попрошу, как обычно, поставить лайк. Если вам реакция не понравится, вы в конце этот лайк возьмете и отожмете. Правильно? Правильно. И еще расскажу большое спасибо Шуре за такой заказ интересный. И не забывайте заходить по ссылке в описании на ее канал «Зеленая комната». Что ж, 3, 2, 1, поехали! Shutdown. Blackpink, Паганини, Гаха, Кейв. Почему я ничего-то не слышу? А, наверное, потому что я что-то там менял наушники, и у меня какая-то хрень включилась. Вот сейчас я буду что-то слышать? Нет, ничего не буду слышать. Буду. Меняем еще раз. Вот теперь должно быть все хорошо. Давайте. Угу. Только у нас на пианино в этот раз. Ну, на клавиш, очевидно. О. Тоже на клавиш. Песня начинается спокойно. Но у нас же есть электрогитара здесь. Хорошо. О. Синты включились. Такое. Он очень хорошо вокалом играет. Прям это сильно песня придает разнообразие, которое в оригинале все-таки немножко не было. Она была такая более-менее одинаковая, ритмичная. Хотя неплохая, мне Shutdown устраивает. Внезапно разгон. Хороший сет, кстати. Темный лес и куча лампочек. Это хороший момент. Вот как будто бы обычная гитара. А вот она есть. Самая стандартная. Хорошо, хорошо. Духовые синты в кассу совершенно. Опять
Гаха, сотоварищи, сделали эту песню для моих ушей, по крайней мере, лучше. Она просто более разнообразная, она с более разнообразным вокалом, она более мрачная и т.д. и т.п. Мне, наверное, кавер на High Like That понравился побольше, но это тоже очень здорово. Слушаем еще раз. Ну, во-первых, то, что на пианино, это приятно, опять же. Я ж два так-то взяли и оставили. Хорошо, когда у тебя такой... такие большие возможности по вокалу. Ты можешь высоко и низко петь. И вот так делать. Смотрите, как он самозабвенно поет. Есть такой как будто беспорядок, художественный. Здесь просто в этой песне сложно угадать, что произойдет дальше. Я несколько раз такой, ща будет то-то, ну вы видели на миг, я такой, тррррррн, а там на фоне такого нет. Они сначала сделали кусок с ударным, потом вроде та же кусок композиции, а они этого уже не делают, они меняют на что-то другое. Благодаря такому разнообразию, просто песню интереснее слушать нон-стопом. Нежели чем, когда у песни стандартная структура. Возможно, хотелось бы чуть побольше гитарки. Вот так вот. Вернулась обычная гитара. Под нежный вокал. Смесь чего только не, здесь и рок, здесь и оркестровая, здесь и классическая музыка, и рэпчик, и просто вокалы, здесь черт знает из чего микс. Это очень хорошо, это очень здорово. Приятный, блин, кавер у Гаха, возможно, нужно послушать что-то еще другое, не только по заказу Шуры, в конце концов. Спасибо большое еще раз ей за необычный, как всегда, заказ. Как вы считаете, как вам эта вещь? Нравятся вам такие каверы? Не нравятся? Мне интересно, как всегда. И помимо благодарности Шуре, передаю свою благодарность людям, которые поддерживают меня на Boosty. И вы тоже можете меня там поддержать, кстати. Всем пока.